Ненецкий округ готовится принять российских и зарубежных специалистов здравоохранения. В ноябре в регионе пройдет международная конференция «Арктическая телемедицина». Участники обсудят использование новых методик лечения в условиях Крайнего Севера. Организаторы конференции – администрация региона, Ненецкая окружная больница, управление здравоохранения и университетский госпиталь Северной Норвегии. С последними НАО сотрудничает уже с 2010 года. Университетский госпиталь специализируется на телемедицине и имеет богатый опыт работы в этой области. Сегодня использование компьютерных и телекоммуникационных технологий в этой отрасли – альтернатива затратной санавиации. Буквально в сентябре в наш регион приезжали норвежские специалисты для обучения сельских фельдшеров и врачей. За последние годы в рамках нескольких долгосрочных программ для телемедицинской системы округа было создано достаточно много. То есть, на самом деле она стала существовать как система. То есть есть не только телемедицинская станция или студия в учебном учреждении Ненецкой окружной больницы. Это есть заполярные поликлиники, есть несколько студий Ненецкой окружной больницы. Есть на территории округа 15 точек, где расположены эти студии. То есть все это объединено теперь в сеть.